Дорогие друзья, следующий сюжет мы представляем вам из цикла «Памятный день в истории», созданный при поддержке Фонда публичной дипломатии имени Александра Михайловича Горчакова. Ежегодно в мемориальном комплексе в Мельбурне поднимается российский флаг в память русским воинам, служившим в рядах австралийской армии в годы Первой мировой войны. 11 сентября в мемориальном комплексе Shrine of Remembrance состоялось празднование памяти русских анзаков. В 2 часа дня у плиты, которая была возложена в 2007 году, как раз-таки русским воинам, которые участвовали в Первой мировой войне в корпусе анзак. Текст на этой мемориальной доске очень интересный. Он сделан очень с точки зрения Российской империи, то есть такой проимперский. Кстати, это было бы замечательно, если бы вот русские ребята, которые знают и русский, и английский, живут в Австралии, могли делать свои исследования и свое осмысление, как сделал вот этот осетинский мальчик. Так что вот это настоящая история, которая не должна быть как бы загнана в какие-то исторические формулировки, рамки. Она живая, она развивается, и осмысление ее меняется по мере того, как развивается наше общество. Эта церемония происходит каждый год 11 сентября, что является днем усекновения головы Иоанна Предтечи, человека, который отдал жизнь свою за правду. 11 сентября – это еще и день, когда Русская Православная Церковь чтит память усекновения главы Иоанна Предтечи и, собственно, память всех русских воинов, павших.